туалет хочу, можно в туалет? Запрещены съемки. Я туалет хочу, блядь. Берите руки от меня, блядь. Я в туалет хочу, блядь. Вы что, блядь? Берите руки, я сказала. Я хочу в туалет, блядь. Вы что, не можете? Вы что, блядь, вещи? Воровала, зачем? Кто, блядь, воровал? Ты. Меня вообще-то с памятью плохо, если все платила. Нормально, где чек? Чек где? Дай чек. Какой чек? Ну ты оплатила, да? Ну я не все оплатила, как бы. Меня с памятью. Я хочу в туалет. Можно сходить в туалет? В туалет можно сходить! В туалет можно сходить! Я хотела в туалет, и вы меня не упускали из этой комнаты. Мне что делать? В туалет списать в штаны? Спасибо, девушка, если вы девушка. Спасибо большое. Ходила в туалет, да, потому что вы не упускаете. Кто воровал? Ты нормальная? Кто воровал? Я вышла за пределы магазина. Я вышла за пределы магазина. Какой чек? Девушка, у меня вот-вот все свидетели, вы не выпускали меня в туалет, ты в штаны, ты женщина, тебе шума не стыдно, тварь, ты меня ударила, мразь, мало тебе, мало, мразь, мало, камера все, дальше, сука, тебе мразь, суд подам, крыса, овца. Ты тварь, кто такая, блядь? Ты ж плохой, имеешь право меня тут держать, блядь? Ты кто, мразь, блядь? Сука, тварь, блядь? Вы вообще мрази, блядь? Ты какой имеешь право меня здесь держать, блядь? Сука, мразота, блядь, чё ударить, блядь? Люди видели, блядь, все, как ты мразь меня ударила, блядь? Директор магазина, блядь, сбился, блядь. Слышь, директор магазина, блядь, ты, блядь, директор магазина? Нет. Да, блядь? Нет. Так я вижу, блядь, какой ты директор магазина, мразь, ты на меня руку подняла, крыса, блядь. И все камеры, блядь. Ну и что? Я же мне еще платком вот так маханула, блядь, я тебе руку не подняла. Я тебе платком маханула, платком маханула, ты меня ударила, блядь. Ты мне рукой ударила, крыса, блядь, ебать. Люди видели, блядь. Люди видели, сука, я сейчас. Слышишь, ломка, ломка у тебя, мразь, сейчас будет. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди, сука. Ай, сука, руки подняла, мразь, крыса, ебаная. Ты, блядь, какое имела право, какое она имела право, кто она такая, на меня руку подняла. Куда я, ты сюда, тварь, блядь? Куда она пошла? Черт люд, короче, я не припрёшь, я бы это ударила, директор магазина, блядь, я не знаю, куда звонить. Чё, у нас и камеры, всё, люди видели. Милиция сейчас приедет, Она меня ударила при всех людях, люди все видели. Я потом маханула, не ударила. Вообще, тварь какая, ты убежала, крыса. Милицию? Нет, приедут. Камеры снимают. Хорошо, сейчас камеры снимают, да. Она реально обдолбанная, хламиду она. Не надо спокойно, мне в туалет не пускали, блядь. Штаны, блядь, сюда не выскочила, блядь. Не сходила в туалет. Я с матерью задыхаю, мне еще, блядь, ударили.
я пойду попугаю. Ну да, понравится. Я не подниму никогда на чужого человека руку. Она меня всегда ударила. Это нормально? Нет, нормально. Нет, нормально. Нет, не могу, потому что она меня ударила. Ее же довели, до припадка, какого припадка? Вы сами за припадка. Не кричите, нормально, сможете поставить. Где она? Куда она убрать? Сейчас полиция приедет, разберет. Пусть приедет, пускай приезжает, я сама вызвала. Не ори. Я сама вызвала. Не ори, говорит. Я жду сама. Ну, вот жди, не кричи, разговаривай спокойно. Я здесь дети могут. Хорошо, хорошо. Полиция, я сейчас еще раз вызову полицию. Сейчас я еще раз вызову. Побои, блядь. Нет, ваш магазин. Я сказала, не трогайте меня. Держи. Я сказала, не трогайте. Я никуда не пойду. Не надо меня трогать. Я сказала, я туда не пойду. Не трогайте. Я сейчас звоню на Макаренко Руслану. И мы будем дальше решать вопросы. Давай. Потому что она меня ударила. Да не кричи, полиция опять разберет. Ну стой спокойно, не кричи, на публику играй. Да хоть я сама вызвала скорую полицию. Она меня ударила и убежала. Куда она ушла? Директор магазина. Вот они камеры, вот они. Я не знаю. Я выйду, я ушла.